вам воскресенье, друзья мои. На дворе последний день июля, 31 число, год 2016. У нас все еще жаркое лето, а в некоторых странах, кстати, в это самое время середина зимы, как в той же Новой Зеландии, о которой мы рассказывали в прошлом воскреснике. Не везде, конечно, это выглядит так драматично. Совсем рядом, также в океане, на острове Нью-Гини, есть страна Папа-Нью-Гини, где мирно проживают добрые люди-дикари, и в количестве 7 миллионов, и которые говорят на местах 52 языках, и где в зимнее июльское время совсем не холодно, напротив, тропическая экваториальная жара, располагающая к песням, танцам, многоженству и играм с редкими и неизвестными нам и науке животными, как, например, такими вот древесными кенгуру, или такими жучками-паучками. Темы нашей сегодняшней передачи, однако, будут вовсе не жучки-паучки, а Aussie Jobs, или работа для молодежи в Австралии. И опять, прежде чем отправиться работать в эти дальние края, несколько предупреждений, или Aussie Tips. Обо всех мы говорить не будем, потому что они во многом повторяют новозеландские. Например, там также с июня по август зима, а в декабре разгар лета. И там также запросто можно встретить летом на пляже Санта-Клауса. И также главное правило на всех дорогах Австралии – keep left, look right. Потому что здесь оно тоже левостороннее. Поэтому, подходя к проезжей части, всегда смотрите направо. Ну а о чем еще нужно знать? Aussie Tip 1. Австралия говорит на своем английском. И чтобы не попасть в просак, вы должны знать, что thongs – это не стринги, а пляжные шлепки. Togs – купальные костюмы или плавки. Bushwalking – путешествовать автостопом. Bonnet – это капот. Boot – это багажник. Если вам нужно в центр, не спрашивайте downtown. Здесь это CBD – Central Business District. Нужны лекарства? Спрашивайте не pharmacy, а chemist. Если вас пригласили to come over for tea, это значит на ужин. Если вас пригласили на спортивную игру, не спрашивайте ваших новых друзей, за кого они болеют. Who you are rooting for? Rooting в Австралии значит заниматься сексом. Aussie Tip 2. Австралия очень большая. Это шестая по размеру страна. На ее территории можно разместить весь Евросоюз и еще целую кучу стран. Из Брисбена до Перта можно долететь за 5,5 часов. Если вы на машине, из Кераса в Брисбен можно доехать за 3 дня. Но по пути ничего интересного, кроме дороги и кустов. Столько же ехать из Брисбена в Сидней. Правда, дорога повеселее. Из Сиднея в Мельбурн можно добраться за 9 часов. Если вы решите проехать Австралию насквозь, не делайте этого. Вся центральная Австралия – это a great sun desert, а австралийцы живут на берегах океанов и морей. Aussie Tip 3. Не спрашивайте здесь в ресторанах хенгурятину или коалятину. Австралийцы это не едят. И не думайте, что вы будете постоянно ходить в окружении этих животных. Зато все время общество попугаев и посумов вам обеспечено. Кокоду будут гадить на капоты ваших машин, Rainbow Lorikeets по вечерам устраивать истошные хоровые концерты, а поссумы лазить по мусорным бакам у вас во дворе. Aussie Tip 4. Здесь не принято оставлять чаевые. В Австралии зарабатывают лучше, чем где бы то ни было. $16.87 в час – это абсолют минимум. Конечно, где-нибудь в дорогом ресторане, если вам действительно понравилось обслуживание, вы можете добавить немного к сумме оплаты с карты. Например, make 10, если вы хотите добавить $10. Или положить мелкую банкноту вместе с картой в биловую книжку. Но если вы оставите монеты на стойке бара или в кафе, вам крикнут, что вы забыли сдачу. Aussie Tip 5. Осторожнее с солнцем и интернетом. На солнце можно легко обгореть, оно здесь такое же, как везде, просто здесь всегда хорошая погода, а из-за бриза с океана жара не чувствуется. Что касается интернета, он в Австралии медленный и дорогой. В таких отелях и частных домах он терпим, но в хостелс и кафес лучше даже не пробовать. В библиотеках и Макдональдс он лучше. Самое лучшее, что вы можете придумать с ним, a Telstra Pay As You Go SIM card, ваш смартфон. У Telstra самая большая в стране зона покрытия, даже в лучших деревнях. Стоит это $30-50 в месяц, в зависимости от объема гигабайт на интернет. И в конце концов, с этим вариантом вы только выиграете.
Ладно, возвращаемся к теме передачи. Сегодня, если помните, мы говорим о молодежных рабочих программах в Австралии. Молодежи по умолчанию считаются участники от 20, а иногда от 17 лет, и до 30, а иногда в качестве исключения до 35 лет. Первый Aussie Job. Работа по контракту в Hospitality Sector по Temporary Work Skilled Visa Surplus 457. Это государственная программа трудоустройства по контракту в Австралии, по которой теоретически можно выехать по любой специальности. В ее молодежном же виде сейчас приглашают поваров, массажистов, инструкторов по лечебной физкультуре и инструкторов по лечебному плаванию в СПА-центры. Стоимость программы $4800 США. Можно взять с собой жену или мужа, тоже с правом на работу. Визовый сбор за каждого 1060 австралийских долларов. А за перелет обойдется на лоукостере $750 США. Жилье и питание оплачиваете сами. Приблизительно $1600 в месяц. Платят обычно 2800-4600 австралийских долларов в месяц. Рабочий лист на 24 месяца. В зависимости от job offer. Требования. Квалификация, подтвержденная в профессиональном департаменте Австралии. IELTS на уровне от 5 по каждой из 4 частей, если для подтверждения квалификации не требуется выше. Наличие страховки Working Visa Health Cover. Загранпаспорт сроком действия минимум 6 месяцев после даты окончания программы. Медкомиссия, флюорографии, справка о несудимости. Год опыта работы в выбранном виде работы. Соответствующее образование, то есть повара с дипломом бакалавра международных отношений не возьмут. В некоторых случаях врачи, архитекторы, учителя и так далее для начала работы нужно получить австралийскую лицензию. Главный плюс этой программы – заработайте деньги и получите шанс на иммиграцию. Второй Aussie Job – программа профессиональной стажировки для студентов-очников и молодых специалистов. Training and Research Visa Surplus 402 на 6, 9 или 12 месяцев с правом продления без выезда из Австралии. Оплачиваемая стажировка, а это практически настоящая работа, предоставляется в сфере гостиничного бизнеса, в службе Food and Beverage, в службе приема и размещения Reception и в области кулинарии, многочисленные повара и поварята. Этим профессиональные возможности стажировок не исчерпываются. Во-первых, могут взять с хорошей стипендией и на специальность далекую от hospitality sector. И потом есть возможность пройти неоплачиваемую стажировку. Ура! Это здорово! Что хорошего, спросите вы? Пахать год на дядю и пахать бесплатно. Ну как же, что хорошего? Вы сможете получить рекомендации от австралийской компании для будущего трудоустройства. Без них в Австралии никуда, только в поварята. Зато здесь специальностей превеликое множество. Посмотрите пока список справа от меня и помечтайте о будущей блестящей карьере, а я расскажу о требованиях. Возраст 18-30 лет. Образование обязательно должно соответствовать выбранной области стажировки. Опыт работы не обязательно. Английский на уровне Upper Intermediate и выше. Загранпаспорт со сроком действия не менее года от даты выезда. Оформление минимум за полгода. Оплачиваемая стажировка на полгода стоит $4100 США. На год $5200 США. Проводится по государственной программе Occupational Training Stream, что позволяет взять с собой жену, за которую придется заплатить визовый сбор $190, и даже ребенка визовый сбор $95. За себя вы заплатите $380. Неоплачиваемая стажировка. Никого брать с собой нельзя. Проводится по государственной программе Professional Development Stream. Как правило, все едут на полгода. И стоимость этой программы $3400 США. Медкомиссию $295. Экзамен IELTS $230. Авиаперелет приблизительно $850. Здесь и по всем другим программам вы оплачиваете дополнительно. И все доллары американские. Главный плюс этой программы – либо заработаете деньги, либо построите себе блестящую карьеру в Австралии. И опять же, получите шанс на иммиграцию. Третий Aussie Job – Demi Pair Australia. Круглогодичная программа продолжительностью 4 месяца. Это трехмесячный интенсивный курс изучения английского языка с понедельника по пятницу с
8.30 до 12.50 или с 9.30 до 14.30 в колледже Сиднея. И один свободный месяц на собственное удовольствие. И чтобы сэкономить деньги, можно жить в отдельной комнате, питаться, пользоваться интернетом, да еще получать $600 в месяц за легкую домашнюю работу и присмотр за детьми на part-time basis, 20 часов в неделю. Требования для участия. Возраст 18-35 лет. Английский и ниже pre-intermediate. Опыт работы с детьми или наличие младших братьев и сестер желателен, но не обязателен. Просто улыбайтесь всем, и вас возьмут. Оформление минимум за 6-7 месяцев до выезда. Все это, повторяю, в Сиднее. Стоимость программы $5080 США. Это оформление всех документов, курс английского языка и поиск семьи. Главный плюс этой программы – подтяните английский язык и увидите Австралию изнутри, прожив несколько месяцев в австралийской семье. Четвертый – other job. Work and study Australia. Здесь все просто. Вы получите Eligible Student Visa Plus 570, которая выдается только при условии изучения в Австралии английского языка on a full-time basis. В соответствии с австралийским immigration law, international students studying in Australia on Eligible Student Visa have the same work rights as other student visa holders, что дает им право to work 20 hours per week during term and unlimited hours in the semester breaks. И это все значит, что вы можете прилететь в Австралию, ходить на курс английского языка 4 часа каждый рабочий день, то есть 20 часов в неделю, и все остальное время ваше. Вы можете собраться на Sydney Harbour Bridge и почувствовать под собой 134 метра ветра и воздуха, и посидеть со скучающим видом на Дон Джованни Моцарта в Sydney Opera House, или получить exclusive and personalized lesson with your private surf instructor на знаменитом Bondi Beach, или просто пойти и заработать денег официантом в местном ресторане или портье в каком-нибудь отеле. Требования для участия почти такие же, как Denver, Australia. Возраст 18-30 лет, английский не ниже pre-intermediate, оформление минимум 6-7 месяцев до выезда. Стоимость программы, включая курс английского на 3 месяца, $4800 США в Сиднее или $5200 США в Брисбене. Плюс Visa Application Charge 535 австралийских долларов, авиаперелет, жилье и питание. Главный плюс этой программы – проверите себя на выживаемость в условиях самостоятельности. Значительно улучшите английский и заработайте деньги, или по крайней мере отработайте стоимость программы. Пятый Aussie Job и самый главный – программа привлечения молодых специалистов в Австралию. Можно выезжать всей семьей. Участникам с первого дня выдается бессрочная виза резидента Австралии, сабкласс 189 или 190, в зависимости от специальности, опыта работы и уровня английского, вместе с полным социальным пакетом, бесплатное медобслуживание, детские пособия, право на работу и бизнес, право на бесплатное образование для детей и еще десятки социальных программ поддержки newcomers. Через 4 года можно будет получить паспорт австралийца и все возможности гражданина страны Первого мира, включая безвизовый въезд во все страны и города Евросоюза, Британского Содружества, Японии, Сингапура и так далее. Короче, везде, кроме Африки, Казахстана, Узбекистана, Сирии, Пакистана и прочих азиатских выселков. В Россию вам виза будет не нужна, потому что это гражданство вы можете себе оставить. Требования. Иметь опыт работы и образования из иммиграционного списка Skilled Occupation List или Consolidated Sponsored Occupation List, ссылки на которые вы можете после передачи найти внизу в текст-боксе. Иметь возраст, уровень английского языка, опыт работы и образование, позволяющие вам, во-первых, участвовать в этой программе, и к тому же набрать 60 проходных баллов. Не иметь уголовной судимости и вирусных заболеваний. Стоимость программы $6810 США. Или, если вам повезло и у вас специальность из списка новой программы Express Stream, стоимость будет $4475 США. И это за всю семью. И это также полный пакет обслуживания с первых документов до получения паспорта. И даже потом, когда вы станете настоящим Aussie и будете уже говорить NSW is the best type, или Are you gonna talk of that all day?
мы все равно будем с вами, потому что за долгие полтора года оформления до выезда и сопровождения вас 4 года в статусе резидента Австралии мы станем настоящими друзьями. Главный плюс этой программы – это самый предсказуемый и комфортный вид иммиграции. Давайте на этом прощаться. Пишите нам, удачи вам и до следующего воскресенья.